Үтөкүнэн сайдам саха жана эхеги бужукускай бирини көрөт. Саңа жылбыт тиен келле. Жа бу брахинни күксүн ого аймакка чугас, тула барады кертеер, жон юрер көттер, белек тереллер онны билден турар кетехилэ елка брахиннига болыр. Курапытыгар сүрін елка ого да бары хегар бар. Жа манна курат оголора мустаннар алыпта саңа жыл айкетигар бар болот ехеллер. Бүйінгі береге биеги бу елка историятын билекпит. Биегиннин бирге болын. В России праздники под названием «Новогодняя елка» именно для детей начали проводиться примерно с 30-х годов. Наталья Дмитриевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, когда же начали проводиться новогодние елки для детей у нас в городе Якутске? То есть, можно сказать, именно во дворце детства, потому что это была первая и главная елка для учеников города Якутска, даже? Да, у нас дворец был организован в 1937 году. И уже в 40-х годах, во время войны, военные, елка для детей проводилась в городе. Пусть она была небольшая, потому что здание тогда было приспособлено, одноэтажное. Но тогда, когда дворец уже переехал на улицу Кирова и Горького, там уже был специальный зал, где у нас были елки, где ставилась живая, настоящая елка, и школьники города приходили на это представление. Тогда это была главная елка, потому что в школах тоже не проводилось, школы были тоже, места мало, а это для детей, это был, конечно, это праздник, они знали, что они идут на главную елку во дворец пионеров тогда, где их будут встречать прекрасным спектаклем, подарки, игры, сказка, конечно, это было чудесное волшебство. И тогда тоже начали, наверное, традиции уже не менялись, тоже там ставили, наверное, потрясающие сказки. Как все там было вообще организовано, как все развивалось? Конечно, тогда ставили вот «Золушка», здесь видно на фотографиях. Да, вот смотрите, вот, например, это вот фотографии из спектакля «Золушка». Да, вот здесь вот даже у нас был такой педагог во дворце раньше, Олег Янковский, это просто однофамилия знаменитого артиста, и вот он тоже здесь в образе. Были очень чудесные превращения. Костюмы тогда шили сами. Наши педагоги сейчас это более подробно расскажут. Нигде не заказывали, денег тогда не было. И сами педагоги из подручных материалов, что могли, находили. И смотрите, вот здесь прекрасные, да, вот даже костюм Золушки. Вот тут Новый год у нас. Вот здесь, вот, да, сказочные герои. Это все шилось во дворце для того, чтобы порадовать детей, чтобы они вошли именно в сказку. Какая красота! Это, например, вот какие годы? 50-е, 60-е? Да, это вот 50-е. Вот тут мы видим как раз мальчик Новый год, 59-й год. Да, и здесь видно. И еще очень красиво оформлялись, само было оформление. Здесь вот, если мы тоже полистаем, да, вот смотрите, какие сказочные герои. Это было все оформлено, да, все комнаты были оформлены. Сразу, когда дети приходили во дворец, они уже попадали в сказку, потому что все было сказочно, волшебно оформлено. И все это тоже руками наших педагогов. Со временем, конечно, время менялось, и уже сказки, спектакли стали более тематические. Вот, например, последний, вот в 2012-м у нас был спектакль по сценарию, теперь уже народного писателя республики Владимира Николаевича Федорова «Победить страну нельзя, где живут одни друзья». Это было посвящено 200-летию Отечественной войны 1812 года. Заговор тигра Шерхан он для нас написал. А вот в 2014-м, например, да, когда, вы знаете, проводилась Олимпиада в Сочи, у нас был спектакль «Путешествие олимпийских талисманов». Расскажите, пожалуйста, вот про график и про организацию. Как это все вот у вас организовалось? Потому что школ же много, детей много. Как у вас все проходит? Да, очень, конечно, правильный вопрос задали. Это же не так захотели школы, пришли сами, да. Это составлялся специальный график. Так у нас начинались 25 декабря. И каждый день по графику, например, в один день приходила там три школы, например, первая, там вторая. На другой день приходила другая школа. И все школы уже знали заранее, что такого-то числа, например, 25 декабря, мы идем на новогодний спектакль во дворец детства. И дети заранее готовились, предвкушая, что они попадут в чудеса, волшебство.
Их встречали уже сказочные герои. Да, уже сказочные герои встречали внизу, их организованно встречали Алёнушки, Нергуяны, впоследствии эльфы, гномы, проводили в комнаты, они раздевались, а затем они уже шли по игровым комнатам, там, где они уже могли чему-то научиться, потанцевать, попеть. Но об этом тоже наши педагоги более подробно расскажут. После этого они шли на спектакль. Потом поднимались на елку, зажигали елку, водили хоровод и в конце получали уже сладкие подарки. Выход Фаины Иннокентьевны именно как хозяйки этого прекрасного храма детства, именно самой главной, ну, может, мы ее как назвали, вожатая, в красивом костюме. Она выходила на сцену в конце спектакля и обращалась к детям, к родителям, бабушкам, дедушкам. И она находила вот такие нужные, правильные слова именно для всех категорий. Тут она обращалась, что «дорогие ребята», что вы там должны хорошо учиться, слушаться старших, к родителям. И дети воспринимали это с восторгом, но потому что это главный человек дворца. И то, что она говорит, это должно быть правильно. Хлопали, и она всегда говорила, что давайте верить в чудеса. И говорила, загадывайте желания. У Деда Мороза был такой посох, он стучал 3 раза, и она говорила, желание это ваше обязательно исполнится. Как раз вот здесь вот этот красивый костюм ее, вот красивый костюм с Дедом Морозом, вот его красивый посох, которым он стучал о пол. Наталья Дмитриевна, но у вас во дворце детства проходили еще и президентские елки. Ну, расскажите об этом, пожалуйста. Вы знаете, для нас это была большая честь, когда в 1998 году впервые по инициативе первого президента Михаила Ефимовича Николаева стали проводиться президентские елки для лучших учащихся республики и предложили, что это будет во дворце, конечно, для нас это была большая честь. И мы были горды и рады тем, что именно нас выбрали, что у нас это будет проведено. Но это было очень ответственно, мы очень готовились. Здесь были привлечены не только там наши дворцовские ребята, ну и с города. Ну, конечно, это была большая честь для нас. Вот эта фотография, здесь как раз Михаил Ефимович стоит около елки. И еще нужно отметить, что у нас были настоящие живые елки. Вот традиция такая, да, дворца детства, да, всегда живые елки. Вплоть до 2009 года осенью работники дворца выезжали в Намский район и заготавливали красавицу елку для именно для наших детей города. И когда ее привозили, устанавливали, конечно, это было очень красиво, запах такой шел. Онтон минаттывар бу годыбарыгар ёлканы тересибит жаналарлар жабу оғаларга агаймаққа аңа жылағы алыптақ әйгені бәліқтәбіт жанты дейхәді ұтта бу оғадыбарыгын бәтерәнлері үйлерін тұхарын хачыды бу оғадыбарыгар үйлерәбіт жан Зоя Гаврилинек Синафонтова, Татьяна Михайловна Гаврилева, Унна Светлана Макарина Шестакова. Итекі дейкі. Дере бойы ге хамы тариячы олыгы күрікнавтан елка хаттақ қаханыттан сағаланан терілгі бетін бартын білер жан болық қытте. Жантын ирі қорышы баты кәсі ағаған қарайча тұқтан барта ағаған рәті. Мен бұл оға дұвары ғығар ұшытағуа пионерді дұвары сұрадеңе әтті 15 салақтан үләлінді. Онына кәләр тағаны бастықы елкаван бұл көрсөрбір әлбі құлені көрсөйіп Оны мен қауырынға бастықы пешетлейіне, үшігей сананы, үшігей дұғы қамғардыда. Бұ әддәттен білімленемі бігеге, кім сценарийге үләдейір, кім үнкі тұруыран, кім музыка сұруыран, кім көстюм кеген, кім білім бұ қосторынан үләлерге әме оғыларып көрсерге бігеге әлбәқ үләне бұ коллектив нағал бақтек ұлақанны күләдереді. Оны бары бір бірігеді күді бір коллектив на бары кимде кимеха бир сүбә була мотыла дигән ха сөйләгән үлемер. Биге хабра мөмкине торыр дип булак бутна ул мөмкин дигән музыка хор якынады. О, дәү сүрәре дигән. О, аны күрҗәһәм мөт кимәр композитор иде фонограмма булган ду. Очатагы үксе живой музыка булар иде. Анна бәйби баянистар бер нотатын сүрәннәр, анна Криницкий, Вениамин Витольдович, тем нахачий музыкант, нахачий
кини музыкатын, аранжировкатын, оркестровкатын бартын сурыян, кини бихе қа білем музыканы беребеті. Оны же бихе баянистар бүт үретенлер, оны же үнкі бихеге тұрғарамы, ол үнкілер бітін бәйгісі жіне айдыр, бұлақ бітті. Бұл Татьяна Михайловна, Агуревич, Лидия Павловна ден бар әтті. Кинлері күтті бұхе бары офсай бір спектакль ұмырыр әдіпті. Аны тұрам бұл оғылары көрсір бүтен беға қорат оғылары барды. Қоратыры бұл баққа Пригородтан дейін, Кангавастан дейін, Қатастан дейін, Тулагыттан бары дейін келелдер әді. Қыры оғылар бұл елкаға. Беға бұл елка жүгізгай қорат дұрығын. Елката хамай вақан, хамай күтілеғ, оғыларға күтілеғ бірағаны болар еді. Олығын біға келендер кенде елкара тұға үнкілен бар баққа спектакль көрілдер еді. Спектакль ініне өші кендер Аленушкалар күтті, тұғы қостору кәрелерді біге спесиалі қос бәлемнелер еді. Онына театр Кулков, онына Зеленгі Анны Михайловна ден педагог үлелебеді. Аны живой уголок деген, оны Карнаухал Маргарита Йосифовна деген, оны Корнилова Наталья Егоровна деген ұчықталар үлелелері де, кендері олар көрсеннер бұл үлелерін күтті білгенлерелері де. Оны Горка, олар наға хөбілен Анюр Горкалары бар еді, оны Егоров Анатолий үлелері де, оны Кене Анюны үтір еді, да? Аха, кене ол Горканы Анютон оғылар оны керенлер. Қатасқылығылар. Қатасқылығылар. Тоқтастына наға үйерін ай баралар еді. Аны тұран космос қоқау күтті бар еді. Оны кейді қабарда, маны үші бада форумы ғыналарда художниктар. Оны керенлер басты көбілі космонав құды ханананлар кенне скапандыр күтті кетенлер. Оңнан наға астынан баралар еді. Оны бір алып тағы егеттен бір алып тағы еге. Оны қостың-қостың. Қостың-қостың жалдар. Бұнан жоққа әйгеға керелдер еді. Оны ғардың қасылай оларды нере дейді та? Хылайы темату бар еді. Уаа, үлі дүлі дейді. Аны краевеческе ден бар еді. Оны керені бәлім бұл саға хелпіт историятын, айырғатын, бісігелдер егер оны Нина Тихонана Денисова ден педагог бар дейін ғашығы. Аны тұран музыкальная шкатулка. Аны Криницкий Вениамин Витольдович қаянда бар ұрачы кенеке. Оны кенеке темінерге Белолюбская Людмила Спартаковна дейді. Аны тұран мультики көндірілерді. Оны оғалар тақсанына тұпыл білінгі стасындағыры мультиктары көрілдерді. Оны кем Иванов, Виталий Спиридонович көндірілерді. Аны бұ әддеттен біғеге бәлемленер бітер бұл костюмлер бітер еңен білі. Сүйіңеттен сағылан. Сүйіңеттен сағылан өледілдер. Беге как педагог еме онына группаға кереммет кем истәмір истәмінсі әр кем кемер афармдәне, лүлер афармдәне әлелер. Хоры беге бұл көрауаттегі ауының бұлымдары дегерге, көсіңі дегерге бейді байбат. Олығын коллектив барда турнағаны білді бәлші болған үлінен үйгайлы ғази. Олығын онық үлеләмі беге әлбәк осқылағы бары бар үйеріні аға бұл біттен Наға жүгей художниктар көстюмі аформыған аларды. Бәлірі үйлерінен. Онтон білім Белышевей көкітіктір бұлады. Оны күтсіған аланар. Бүйгі білімі күді бәлем барды ғуақ. Барды бәрі бейгітінен бұлады. Маңында күлімден ұлас баққын. Оны бардың бәлірі оңырын барды. Кендер бәлірі эскиз оңырын, оны бәлірі материал бұған, оны теге аққа дейді аққа. Күндері, башты түйінгі дейірі күндері бұға үлелелері де. Кемді оны үлегайы оғылдынан бара оңдық еді. Оңдық. Кемді де айбеді. Бұ үлелері кір бірін елі ақтарын еді. Оңдық. Анна Дмитриевна Иванова. Анна Дмитриевна Иванова. Художник. Журавлева Тамара Леонидовна ол. Өнір үлелер тұғады таланақ. Оңынар оғылдыр болды. Бұл оғылдыр бұтығар жа үйіріні көтіңдері әреденді. Кеті барда педагогтар бейді. Анна Дмитриевна Исуа Куржовын өдіреді, Тамара Леонидовна Умилый Руч. Сен бүйінді бұл спектакль тұғынан қайды, оның үнкүй тұғынан қаяндаққа. Сценарий жақын кемді бәді өйір. Кенің күнін ғай бүліп, олығын үнкүй сценарийі бірттің күй болыр. Музикал құрды үйдің. Орал бір 16-лың күнін күйірді.
Он был там астигиллер. Он был там астигиллер. Он был там Каянда сахалитима, барбочи, аналахчен, байбайнай, эхэджил, табаларин кюлере, кутолтарин кюлере, хахалитима каянда барбочи. Куабахтар. Алмаз мүкюте. Алмаз мүкюте диен каянда аны отырырды. Оны куабахтар бітінмеді, кюллер біт сахалар бітінме хорор сахалит. Байбайнай тола үнкюрилерді сахалим озыбан. Вот, она музыка бітін наа чөйдік бейхаким. Тердохрия Вячеслав Леонидович, Сорокин Дмитрий Анатольевич, начал это именно для детского восприятия. Mm. Это метрически четко и ярко, и музыка была тогда. Она Олимпия имела Дмитрия, она тепчики была. Это еще яркая музыка, и это было. Он была сценограф, была она художник мастер Бейна Шахордина Александра Емеевна. Да, что-то с вами оформляет. Да, значит, сказочный. То, кто история. Сцена вот мастера была Сотников Александр. Александр Васильевич, где главный кинолог спектакля был то, кто бит, то, кто заминка того агра. Ой, мило, а дух улевал на газе. Вот у кого была Иван Иванович Кушнаренко, где он был. Бегала дело инквидер, битен. Бегала была кра группа, оттоку группа, улхан группа, бары. Дед Бенсерахай, студия, ты хаян дэнгюля была дар. Он оголор за циркем байли таннарга. Бебе алкем рэхэрсэрге, коллективизм, гэдя юрэнэн. Фанатахан кадах туттага хаптарга, артистырга, бартан сагадилтан хаганан, оглоб юрэнэгэрте. Уэн нахчу дусайдаларда. Бесир сэмэгэн ансамбэд. Мэйтэ хамай оло интерхэгэвэтэн дэн унна цонхэ бутум дэн хас бидди хулавра уларэнэ уан оптэн кюдэрэдэ, онна вартэр бэйтэ музыка. Нас, тэвлэх улэ болу ёла букэндэ карачилар бол билгэн эгэ стэурэнэ истэларогэр дэхэ. Ага, онтан Светлана Карьевна, я была на джебу хор, да, я была то полагать хор, я была полагать джебу, о, тим, хаста. Вот тим была бы кюлебит, потому что она хор тога, конечно, он набил улар, школа улар на хайпе, а обе я хор кайчерли. Он тетю кластер, когда школа там колобра, мне хор говорим, митере, рыга юренен, велико ты вообще, хангатил тунан рыба, он юренен, ты бы сахал, да, ну, чалита. Он оголор школа гаржа он жаргадыр лайчылар холобра. Ана туран болдан ол итесе нага холобр бехе доху бут тынах доху. Записен болбатак, бебе бит. Бесовка ини доху. Ох, аллара бана оркестр он юр. Он нас нахачи бехе байни стати бит. Белгиле оголор на таптыр эдер. Семен Васильевич Максимов. Бейте баяннан баранган бары одого того олдур эттекини. Онда кара олдур ажахан кинин олдуска тэрэдилер. Дигна бир эти асамы хаббаста кыттан бутяхтэлэ бейкүл яйвэд бит. Семен Васильевич кытта. Манна дуэр эскулахан урхлоон яйвэд кини. Вот музыкатан бейтэн бутюнё жахер эйтэ. Онна Гринницкий Бенемин Витольдович оркестра аньюр. Онда хор онна юэхэмьет уаколора кытыга. Олдур бар-бары Он рада вырезка, эркета вырезка, сирина вырезка. Он много вырезка, ага. Он много, али, он бог суат эти, блин, курдук. Он вырезка, суат условий, он рада вырезка, еще был. Мен он ночью так улетаем, где. Он эти, он на, и кирелдерга была, и кеттер, колобра, дворец детства, духова, духовер. Духовый оркестр, да, тебе, и ке. Так, ага, Виктор Львович. Половинки, восьмой школы Альдевита, он не бегал, или где-то десятый, восьмой. Оркестр, он не бегал, два раз оркестр это. Он оглор был, она Аленушка Расан, он не мюрганалар, там на рейте бит, бебит. Ага, бары учиталар, бары он там на рейте бит, он оркестр рейте бит, школу оглор он. Он на гон музыка на дворец, то ха кирилге, но же она рулетка тюттен, он на была на оркестр он ее духовой. И под оркестр бары кирилге лерекле цалка. Торжественный бэм, он уже настроенный на какой-то же волшебство день голубра. И не кирилге лернер, улахан бейон на нюрген. Он дет тебе, он на тогручу, елкан тогручу, бары кирилге лерекле тебе, что-то ол два масовка. Вот там манна кашпите, манна баша балгаба, просто бы.
Кенгакуна, кенгакуна. Анын ток пар костарга мына опять таки все костар бар эле кире. Музыкальная школа толка деген. Оркестрондор это мене была на угадай мелодию. Он кылана ола кирелер, ну то гручи мелроллар. Аха, он мамаларым папаны хәлене бәйрәм кит ылдылар. Рыбаныдан тук-тук та пренастроен уже бреманда кирергә. Залга башшыство юкка кирергә бреманнәлем бар. Балар кәтәр торалдар, күһүттәр баныннан заха. Бәлегәннән бреманнәлем бар. Уже были Аленушкалар кинлер дөрәм очартнай дон. Очарып тугы җанны залга кирергә. А, светофор. Ага. Он на дворецка, он на гриле. Бары он на костюме был в тигре. Просто. Ты не реконструй тиген. Чей бахалайча лахтар бут, учталлар бут, аджан. Ас джонлар бол лахтар. Барына бары, он на хатгре тибит беймей. Оғыды бары егер үтеу кехи білінгәне жері өйдіу саны сылжалар. Кәнчәрі үтчакка иңерәлләр. Ол курдук быйыл оғыды барыгын икис клахан өрінәтчілері төрепіттерін кытта саңа жылға кластарын түннігін үретір істейінден кергіп біттер. Үтті күнінен мен атым Иванова Аксинья бігі жүкілскілдағы оға айымнетін дабарыгын икис а клас клахан өрінәтчілерін төрепіттерпітін кытта клас бұт түннігін кергіп біт. Бу саңа жылағы ретро түннік. Беге әбәлер бит, әхәлер бит. Оғы састырын сынатар болуқтақ. Маннан беге әбәлер бит, әхәлер бит. Урыққу көмтен үнче көл бит. Малларын, үйіттерін, хамуастарын, аңюрдарын, открыткаларын көрі бит. Бу десяткин дөньяр бәтін патефона. Бу патефону ручкатын әркетен пластинканы істях кәхәп. Кенелер оға сылджан дабарыска кругоқтарға жаратынан үнгілен ұлан ұмнылбат көрсігілері тіриен доғырдығын лаптарам. Бұл түйгіз дұбырыз историятығы білген дағыны салғанар. Үті күнінен мен атым Герасимов Ян. Бүгігі класс түнігін Советский Союз күрдік кергетіпет. Дамир Илістянов әбәті вышывкалабыт түттіға кені байбыт бұлаты. Иванова Эвелина Харията. Таз Анюрдара Снегурочка, Дед Мороз она Снегурочка, Карамзина Оля Мамата, Крясл Джан Анябота, Кегеляхчахи, Снеговикторы, телевизоры, она Цистолу, Мамалар, Марбуттара. Советский Союз, Санаджилы, Тугунан, Альбага Биллибет. Снежинки спускаются с неба, все ниже, сугробы пушистого снега, все выше, шаги уходящего года, все тише, а песенка Нового года, все ближе, слетят листки календаря, останется листок. Последний вечер декабря придет волшебный срок. Пробьют часы в 12 раз, и Дед Мороз придет и поведет с собой у нас в счастливый Новый год. Сырдыгы кәрене түстір, саңа сағақтары сағар, сарғылақ, саңа жылбыт үйіне, кәлір сылығыға табылығыны тақсыны әрі ағалын, онтын бүйіңі бейреттен әйге, бұл сарғылақ, саңа жыл алыптақ әйгетін бәйвет әме ұңырықпытын септәқтен сананы еңгірімекі полуден әрінәбін. Манан бейрі біттіміктенәр, аңызғы ғылға көрсеуға дейірі, бұл жүк ұсқай бейрені кітірі бергі болың.